Баки – несанкционированные свалки. Все это в Дагестане в скором времени полностью исчезнет. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии республики на пресс-конференции с журналистами. Среди представителей прессы была и наша съемочная бригада. Зумруд Гамидова продолжит тему. С 1 января республика перешла на новую систему обращения с отходами. Мусорная реформа затронет всех – от частных собственников до владельцев бизнеса, а также мусоровывозящих компаний. Кроме того, в регионе будут созданы новые полигоны и мусороперерабатывающие заводы. Махачкала входит в зону деятельности регионального оператора. Для вывоза мусора в столице задействовано порядка 60 единиц техники и около 150 человек технического персонала. Мусор будут вывозить на площадке временного хранения. Для этих целей будут использованы действующие свалки. А в дальнейшем бытовые отходы будут перемещены на полигон размещения твердых коммунальных отходов. За короткое время нам удалось два полигона создать на территории Республики Дагестан, зарегистрировать его в государственном реестре размещения отходов Росприроднадзора России. Это Избербаш и Кизляр. Значит, вот благодаря тому, что мы это сделали, нам удалось перейти на эту систему работы. Подход к этой работе на территории Республики Дагестан изменилось 1 января. И я как министр имею все полномочия, имею стопроцентную поддержку главы Республики Дагестан Василия Владимира Абдуалиевича в этих вопросах. И мы всех заставим работать в этом направлении. По словам министра, контейнеры также должны быть разделены на категории, куда жильцы могли бы распределять отходы. Однако эти изменения будут вводиться постепенно. Глава ведомства отметил, что зачастую горожане игнорируют общепринятые правила утилизации отходов. Все на свалку. Берите опасные отходы. Это очень опасная вещь. Каких только болезней не существует. После этого все выбрасывается в баки. Недопустимо. Это все класс опасности, первый, второй класс опасности. Их должны утилизировать. Поэтому мы на наших полигонах сейчас установим печи для утилизации биологических отходов. Отдельно печи для утилизации опасных медицинских отходов. Отвечая на вопросы журналистов, Набиулла Карачаев подчеркнул, что новые схемы позволят избежать появления несанкционированных свалок. Передовые технологии нужны везде, а тем более в отрасли, которая напрямую связана с воздействием на окружающую среду. Зумруд Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.